Да, вот я сам педагог, работаю в школе. Да ничего, у нас нормальная зарплата. А большинство людей, которые живут в селе, у них нет работ. И молодежи нет, и зрелые возрасты тоже не работают. Мне интересует, что будет с этими людьми. Когда не будет у них будет работа, чтобы они тоже смогли жить нормально. Почему не интересно? Вот говорят, что корни надо давать. Это точно или нет? Дадут? На улице стоят свет, да? Она недостаточна, понимаешь? Есть такие места, что неосвещенные. Люди ходят, спотыкаются. Ночью очень темно, сейчас уже зиму. Вот хотя бы помогли, чтобы некоторые места, вот такие места поставили свет.